Давай теперь я спрячусь. Всем привет, ребята! Меня зовут Ира, и вы на канале Алина Гном. Сегодня у нас очень интересное видео вместе с одним интересным гостем. Как думаете, кто это? А не было видно? Нет. Алина превратилась в лягушку, потому что у нее пони-вирус. Там было вот так вот. Ну вот. Сегодня у нас очень интересное видео. Знаете, зачем нам это? Не знаете? А мы ответим вам. Мы будем макать друг друга. Мы будем отвечать на вопросы какие-нибудь рандомайзерные, либо просто касательно друг друга. И если неправильно отвечаем, я чувствую, у меня уже сейчас все вылится, мы макаем друг друга сюда. Интересно, почему у меня в два раза больше? Мне кажется, я просто буду сегодня плавать. Может, ты хоть что-нибудь скажешь для своего канала? Нет. Так, короче, если вы думаете, что это ленивое видео, потому что нету видео, возможно, вы правы, но это не так, потому что это очень интересное видео. Короче, ребят, не будем наводить камеру на Иру, потому что это мое видео. Ребят, на самом деле здесь вообще не важно. На самом деле, Ира что-то сегодня в Adidas, и мне страшно уже даже после. Извиняюсь. Все. Короче, давай камеру, что заманит, что первый вопрос задает. Там еще экзамен писать. Не надо задыхать все. Давай. Ладно. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Блин. Это вообще не страшно, но мы очень страшно. Нравится. Какой мой любимый цвет? Розовый. Да. Я не хочу. Какое мое любимое блюдо? Паста. Да. Мне очень страшно. А если мы на все будем правильно отвечать, то контента не будет. Мое любимое блюдо? Пицца. Так, Ирина Карасева задает вопрос. Я как будто бы в школе сижу. Да. Мое любимое животное? Собака? Да. Хорошо. Так, сейчас я пойду. Ладно, я не буду задавать любимое животное, потому что знаешь. Я уже тренируюсь, как нос закрыть. Не понимаю, как не задохнуться. Какой мой самый же страх? Вот я думала. Либо одиночество, либо... А, высоты. Ну да, высота. Блин! Мой любимый бренд одежды. Ну, магазин, скорее. Шейн! Реально Шейн? Ну, мне больше всего оттуда одежда. Окей. Так. Мой любимый блогер сейчас. Я очень часто смотрю и... Я не знаю. Их два, давай два назвать. Два назвать. Ну, вообще, раньше Арина и... Это Ксюша? Это первый. Ну, Ксюша, ага. Нет. А вторая, я не... Ну, я поняла про какую-то девочку, просто без понятия. А как она выглядит? Я не знаю, как она выглядит. Просто, знаешь, она какие-то влоги снимает. Нет? Да, но... Я не знаю, как это выглядит. Ира, смотри, смотри. Давай. Нет! Давай! Можешь не резко? Ну, не резко. Заплыв! Сюда! Съемка на канале Алины Гном доводит до слез. Просто что я не знаю. Задавайте вопрос мне. Мой любимый бренд косметики. Ты не ответишь. Dior. Нет, у меня ничего, Dior нету. Это ужасно. А все. А нет больше ничего. Что за бренд? Нет самого. У меня ничего от него нет. Кайли Дженнер. Что мне было за вопрос, я забыла. А, в каком городе я больше всего хочу побывать в Италии? Именно в городе. Рим. Ну да. Какой мой любимый бодимист от Виктория Сикли? Как его зовут? Как его зовут? Вильвет Петалс. Нет. В каком месте? А какой? Бэр Ванила. Офигеть.
Офигеть! Я ванилой питалась, почти не пользуюсь. Был раньше. Нет, вообще да. Не пользуюсь. Окей, мой любимый цвет. Белый. Нет, лиловый. Я думала сказать фиолетовый. В смысле лиловый? Ну типа да, фиолетовый, лиловый. У тебя ничего сейчас от лилового, по-моему. Офигеть, я тоже. Она же куда стойкая. Я бы засчитала фиолетовый. Мой самый большой страх. Самолет. Ну окей, я могу его засчитать. Мой любимый тон. Это был мой вопрос. Ну, медовик. Да. А мой любимый тон? Наполеон. Нет, тирамису. Не смешно. Да будет. Любимая страна, где я была. Сейчас. Хорошо. Страна. Ну, наверное, Италия. Да. Какой мой любимый день недели? Пятница. Да. Мой любимый фильм или мультик из детства? Ну, то есть, если фильм и мультик по вот этому, так сказать, персонажу. Нет. Нет? Барби. А, какое мое самое популярное видео на этом канале? На этом. Либо про Шен, либо про лагерь. Сейчас. Я думаю, про лагерь. Да. Блин. Мой любимый бренд одежды, но это не Шен. Сейчас, либо Zara, либо H&M, либо Reserve. Ну, я думаю, Zara. Нет, это H&M. H&M, реально? А что у тебя же водостайка? Это... Очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Рубрика. Очень сложный вопрос. Мой... Число моего дня рождения. 12. На месяц? 06. А год? 2008. А ладно. Очень сложный вопрос. Да. Да, во сколько я родилась? Примерно. Я сама точно не знаю, но примерно. Так, вон ты говоришь, что в 4 часа дня, нет? Нет. А мы не будем говорить правильный ответ, чтобы никто не посмотрел нашу натальную карту. Сколько я родилась? 4 утра. Я уже страшила. Я не знаю. Какой мой любимый предмет в школе? Математика. Нет. Химия. Чего, блин? Причем уже несколько лет. Какая нахер химия? Еще биология, я бы сказала, упала бы. Вздохнулась бы в этом. Мой любимый предмет в школе. Английский? Математика. Реально? Да, но английский я предлагала. Что с тобой? Поплыло. Хорошо. Какой мой любимый праздник? Новый год? Нет, день рождения. Мне казалось, ты говорила, что не день рождения. Нет, наоборот. Какая моя любимая форма ногтей? Легкий вопрос. Ой, ну не квадрат, короче. Ой, мне овал, миндаль, не знаю. Квадрат! В смысле? Ты сказала нет? Да! Чё, блин? Я думала, ты скажешь. Что ты лазишь рядом? Окей, легкий вопрос. Золото или серебро? Серебро. Да. Золото или серебро? Ты чё, мы друг на друга через камеру смотрим? Ну, наверное, золото. Не важно, что у меня сейчас серебро, а у нее золото. Какая моя любимая фирма мистов? Тоже легкий вопрос. Сол-де-Жанейро. Знаешь, типа начало видео, мы сидим, вот такие радостные, и конец. А мы вначале все такие, блин, наверное, не будем окунаться. Вообще все. Хорошо, белый или черный? Белый. Ну, вообще цвет белый, но черный по вещам, наверное. Штука. А какой у меня любимый Сол-де-Жанейро? Можно цветом? Подожди, я подумаю. Нет, да. Я помню, был розовый. Нет. Но, возможно, уже фиолетовый. Нет. Просто. Ладно. Знаешь что, ты, блин, окунаешься до носа, а я с волосами полностью. Меня не узнают, мне кажется.
ответ пам. Давай, короче, задавай. Моя любимая собака, две породы. Мультипу и... Короче, с хвостиком собаки. Не все с хвостиком. Ну, на голове с хвостиком. Йоркширский терьер? Да. Офигеть, я не знаю. Мой любимый напиток. Моджито? Нет, вода. Блин, да. Я подумала масштабнее. Так ты, что ты? Вообще у нас чистая вода. Ну что, не можно пить. Ребят, вы меня доводите. Математика доводит 86%, ребят. Язык, который я бы хотела бы изучать. Испанский? Да. Какая у меня мечта? Путешествовать. А вот если вот что-то сделать? Типа... Прям сейчас? Ну вот что бы вот я хотела бы вот сделать. Вот это вот можно взять и сделать? Прям сейчас можно сделать. Ну, в целом, да. А, прыгнуть с парашюта! Да. Да. Короче, да, ребят, ждите новых видео. Всем бэ-бэ! Это так осуждает.